Я живу в Монреале. Здесь, в Торонто, стоят, строят небоскребы с первым этажом, где неприлично высокий потолок в помещении на входе. Когда заходишь, то создается ощущение высасывающей воронки, как в церкви. Скажите, это делают специально для определенных людей или это просто для красоты? Нет, это для красоты. Вообще, я хочу сказать, что высокие потолки обычно должны заставить человека быть более воодухотворенным. И любое помещение, в котором высокие потолки, заставляет человека быть не очень приземленным. То есть, если у человека высокие потолки, то он будет больше думать о семье, будет больше думать о любви, о Боге будет больше думать. Если они приземленные, то будет больше думать о сексе, там, о своих ногтях, о том, как выживать, о том, как он кого-либо ненавидит. Видимо, это и стоит первой задачей. То есть сделать так, чтобы люди, которые пройдут через это помещение первого этажа и начнут жить в этом доме, не были совершенно приземленными людьми. Я могу сказать, что вот наверняка и 100% это благо для тех людей, которые живут в этих домах, больше, чем... А почему вам не нравится? А вам не нравится, потому что вы, видимо, извините, что я буду вас сейчас критиковать, приземленный человек, к сожалению. Ну и вам нужно это просто отпустить, сказать, о, а что, как в церкви, а что в церкви плохого-то? Пусть будет как в церкви, душа парит. Что вы можете сказать о третьем предсказании Фатима? Не знаю.